Мои золотые, всем здравствуйте. Вот такую красотку сегодня буду готовить я. Акулу, выловленную из Черного моря на берегу Черного моря. Ну вы все видите сами. Акула уже жарится. Посмотрим, что получится. Мои золотые, конечно. Вы сами понимаете, что сегодняшняя задача основная — это провести эксперимент, наверное. Все-таки не стоит цель сегодня вкусно приготовить. Стоит цель попробовать, что из этого вообще получится.
Мои золотые, ну что сказать? Природа, Кубань, Краснодарский край, акула, Черное море. Все сходится. Будем скоро пробовать, что получилось. Мои золотые, ну вот такой эксперимент. Конечно, вся она еще не готова, это естественно. Я как бы, в принципе, не рассчитывал ее всю приготовить. Вот, но важный момент. Вот этот бачок, по моему мнению, готов. Будем пробовать. Мои золотые, ну что, акула на вкус как рыба, не поверите. Конечно, она мне не до конца приготовилась, но я это и не планировал сделать. Моя задача была провести эксперимент. Вкусно, будем знать, что теперь акула на вкус именно такая. Спасибо большое, что вы смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, конечно же, мои золотые, до свидания, до скорых новых встреч.